Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Heavy Metal Fuck 2 целых 2 фака. Поехали, что это, мост? Сейчас будем кататься на люльке. А, на люльке, Юлька будет кататься на люльке. Все же логично, или нет? А в смысле? Мне что, съезжать тут надо или что? А что ты сделал-то? Нахера это? Я думал, тут люлька какая-то приедет, мы куда-то поедем. Что, мне спускаться, что ли? Да ты издеваешься сейчас. Куда ты полезла, дурбин, да? Да, блин. Я так думал, что уже все, здесь останусь. Ладно, мне говорили, что... А что я не могу поменять? Понял сейчас? А, я ёб твою клацаю. Типа меч огненный, когда воды нету. Ну, понятно, когда воды нету, он просто становится обычным мечом. Ай-ти-ти. Блять! А, тьфу ты, ёб твою мать, я думал, кто-то уже стоит, ждет меня. Привет, пацаны. Да пошел ты нахер. Где я бревнуху-то это спустил-то сейчас? Найди это, блядь, место. Где я ее спустил-то, эту бревнуху? Подожди, а где это в натуре? А, вот это. А, я думал, это труба. Окей. Хаджабау. Да ты чё? А чё ты не отскакиваешь? Ты же отскакивала вроде. Не? Вот. Теперь, сука, отскакивает, падла. А туда не пробьёшь. А, там это кости. Блин, неудобно здесь менять оружку, вот отвечаю. Просто неудобно. Костюхи, вы чьи? Динозавр? Ах ты, сука! Заколебали меня эти штуки, реально. Мне их даже сбивать не хочется, потому что это очень много времени отнимает. Привет. Еще раз сохранились. Перепрыгнешь? Юлька! Хорош. Здоровки. Сука, чуть не закинул. Чуть не закинул меня вот в эту пасть, блядь. А как мне тут пройти? Подожди, а как тут пройти? Это все очень замечательно. А как? Не, и что ты сюда залезла? А. Сорян, чувак, я тебя подставил. Ну ты исполнил великую миссию. Блять! Сучка! Ёб твою, что я нажал? Опять эти лапы гребаные. О, а что, у меня жизни полные? Как так-то? Бля, да вы заколебали. По два раза. Да ёпта! Я так понимаю, мне сюда. Водичка. Спасибки. Да я-то понял, что его нужно туда убросить. А можно с ним прыгать? Нельзя. Ой, сорян, не докинул. А чё, второго не будет? Второй будет.
Так, а подожди, не понял, куда его девать? Не, я понял, что нужно закинуть, но он не докидывает она его. Я могу спуститься с ним или нет? Да заткнись ты, чувак! А, могу. Сорянчик, копейки, спасибо. Так, сохранюсь. Да не ори, ты сейчас сожрут. На. Опять ты. Не вижу нихера. А в смысле, там же были эти, хилка, как, а чё, в смысле переход? Я ж хилку не достал, хилку, как так-то? Чё за прикол? Или она сейчас след... А, она тут останется, спасибо. Сейчас какая-то херня как выскочит, смотри. Чё вот это за штуки, почему я их не могу взять? Они же такие клевые, может они что-то делать классные. Вот я же говорил, блядь. Чувак, на кого ты полез, блядь? На кого ты полез? Ты на Юльку полезть хотел? Ты, блядь. А вот это уже не прикольно. Это что такое еще? И откуда это? С неба, что ли? Хорошая ловушка довольно. Прикольная. Только что мне делать? Туда? Туда я не допрыгну. А сюда допрыгну. Только не подожги, блядь, эту веревку. Что это? Что это? О, рунатики. И что это? Объясняй. Объясняй, что за хрень. Спасибо. Хорошая ловушка. Я прошел, а она, короче, перестала работать. Нормально это? Я думаю, что нет. Блин, опять эта херня, блядь. Что за руна, ерики-тики? Живой? Ах ты, сука. Двое, что ли? Так, а я туда не залезу, да? Ну да. Блять. Блин, и этот, сука, тварь тут. Блять, в смысле? Охуеть просто сейчас было. Просто меня стрела достала с такой скоростью, что я просто улетел нахер. Еще и так быстро она меня достала. Что за прикол, блядь? Ну вот, да. Ну я же говорю, здесь, блядь, сделана игрушка на прыжках этих гребаных. Но они так, сука, криво сделаны, что ты, ну, блядь, не пройдешь ты с первого раза. Потому что она тебя может подъебать в любом случае. Ну, где угодно. Она может тебя подъебать с этим прыжком. Ты можешь думать, да я здесь прыгну сейчас нормально. А она думает, да, чувак, ха-ха, куда ты, блядь? Куда ты хочешь прыгнуть нормально? Иди ты нахрен, ты не прыгнешь здесь нормально, потому что я так сказал. Поебень, блядь. Реально, поебень. Просто по-другому сказать не могу. Опа-на. А вода откуда? Там воды не было. Так, где этот упырь? Иди сюда. Где ты там? Ну ты же тут был. Ну, сука, и где ты? Ну ты пошел ты нахер. Там какие-то... Мне так, я так понимаю, туда, да? Блять, ты застряла? Ага. До свидания. Иди сюда. Ебашуна. Иди сюда. Иди сюда, говорю, блядь. Да не вообще. Что-то никчемные, да? Стали. Сохранились.
Да блин, вы заколебались вот этими штуками, серьезно. Что мне делать? Тут есть водичка, которая мне в принципе не нужна. Блин, сколько там прыгать, ё-моё. Заберешь? А чё она не... в принципе, меня ж там... все равно же не упаду. Ладно. Да забеги ты! Чего, туда? Так, там хилка. Хилка мне не надо. Яйца. Фаберже. Я не знаю, оно здесь вообще половина ружки нахрен не нужна, я так понимаю. Просто, короче, берешь меч и пошел. Чё, сюда пришел? Привет. Что-то будешь делать? Тут надо, я так понимаю, какой-то портал вызвать сюда или чего? Ну ладно. Понимаю, сюда рано. Только давай, Юлька, цепляйся нормально, окей? Все без всяких заминок. Молодец. Молодец. Хорошо, молодец. Давай, давай еще раз. Вот так. Так, допрыгнешь? Не допрыгнешь. Блять. Неудобно. А туда как? Как вернуться-то? Там же лазилки нету. А как вернуться-то? Алло! Стоп, а как вернуться-то теперь? По приколу, да? С верхушки на листик? Да, не верю. Не верю, что она тут допрыгнет. Абсолютно. Ну, дура, да. Что сделаешь? Сдыхай быстрее уже, давай, бей воду, она тебя убивает, бей воду, вот вода убивает, представляете, вода, кто-то нассал туда, и она убивает, блин. Вот кто нассал? Кто нассал воду? А чё ты тут не допрыгиваешь, ты ебанушка? А чё она там не допрыгнула-то? То есть её что-то там стена, как всегда, невидимая её там подъебала, как обычная. Невидимая стена наша всё. Что это? О, руна Тики. Нахрена она тебе нужна, ты лучше скажи. Я хотя бы знать буду. Да хватит там стрелять-то. Блять, ты дура, блять, кончена. Я тебе отвечаю. Какого хера ты не цепляешься? Ты же цеплялась. Раньше. Или тебе щит этот тяжелый, я не знаю, блин. В трусы их засунь его, блин. Тебе не мешает. Руна Тики. Нахрена эта руна? Руна Тики. Мне кажется, или она немножко ебанутая? Ну, или мне кажется? Ну, я думаю, что мне не кажется, потому что она должна здесь цепляться. Она здесь должна цепляться сейчас. Ну, блядь, ебанутая ты, сука. Курва ты! Я просто не могу с нее. Почему она... Блядь, так криво все работает, ебаный платформер. Ненавижу платформеры, в которых платформер не работает как, блядь, платформер. Ну это же платформер, блин. Ну почему здесь прыжки сделаны так дебильно? По-дебильному, блядь. Ну, сука, одни эмоции. Вот что ты... Объясни мне, женщина. Сейчас просто объясни. Объясни мне, женщина, пожалуйста. Какого хера ты здесь не цепляешься? Это же лазилка, блядь. Добрый день. Добрый день, блядь! Добрый гребаный день! Сука, как она меня бесит, просто бесит. Вот эта женщина, которая криво все делает. То, что она должна делать, в принципе, беззаговорочно, вообще. Но она это делает все криво. Вот и чё? Да хватит стрелять, иди нахер. Нахрен мне эта руна Тики, она вообще нужна? Нужно бы эту штуку завалить.
Я все равно туда не допрыгну. Ну, чуваки, сорян. Да пошел ты, блядь. Хедшот, бич. А где этот делся? Он же не умер. Да, блядь, ушел, падла. По базуке все плохо, так что пока не будем баловаться. Так, бревнуха катается, да? Туда мне допрыгнуть не вариант. Ну и мать тебя так. Не хочу я тебя. Я вот сюда пойду. Можно я здесь останусь? И просто не буду никуда идти больше. Можно? Тут так уютно, классно. Смотри. Казанок есть, это миско вон готовится. Клево же. А зачем рычаг? Чтобы выйти вот с этой двери? Серьезно? А, еще ниже. Привет. А кто здесь живет? Блин, да тут погреб. Да давай я тут останусь, реально. Нахер это все надо. Пускай кто хочет, тот и спасает меня, это заебало. Что это? Шлем, что ли? Посмотри-ка вниз. Что это? Нет, не шлем. На коленник, блядь. Будешь кому-то в глаз штрикили. Кто там херачит? Абадия? Надеюсь. Какая Абадия? Нахера здесь он пришел? Это не Абадия. Как слезть-то? Это что-то похуже. Как слезть-то? Слезь. Да слезь. Женщина, блядь, Ctrl тебе нажимает. С. Что? Какую кнопку? Е нажимаю. Слезь, блин. Да слезь ты, ёб твою мать. Абадун, ты там бушуешь, нет? Блядь. Кто там? Я в катсцене, я ничего не знаю. Зашибись. Как я люблю игры, когда в катсценах тебя бьют. Просто шикарно. То есть ты стоишь, смотришь катсцену, но при этом тебя херачат. Спасибо. Хотя он вроде меня не ударил, не знаю. Так, главное в сторону не нажать, потому что она дура. Хотя можно вот так. А кто бушевал-то? Кто здесь бушевальник включил? Это кто так развалил? А, там было тогда? Так, я не понял сейчас. Подожди, а вот эти тотемы, которые там были, не? Или они не нужны, эти тотемы? Ну ладно. Не нужны, так и нужны. Мне похер. Вообще похер. Тихо. Поплыли нахрен отсюда. Все, отлично. Что-то я не пойму. Это же просто обычная вода, озеро. Там, я не знаю, что оно ее убивает. Вообще непонятно. Ха-ха, блядь. Серьезно? И что, как делать? У меня базука, в принципе, есть, но она очень слабенькая. Так, я так понимаю, нужно дальний бой включать. Какой-то. Двуручка, сука. Кого стрелять? Ой-ба! Гидры-хуидры! Так, и как его бить? Да уйди ты. Да кто там меня трогает, блядь? Хе-хе-хе. Да кто?
Давай, узяк, тащи, блядь! Тащи эту сучку! Патроны кончились, блядь! Патроны везде кончились! А, я понял. Его нужно бить, когда он заряжается. Ну давай. А он что-то не хочет. Это не я. Что за херня? Ну давай, пацан. Чё ты радуешься-то? Что тебе такое смешно? Смешно, да, блядь? Смешно, сука, мне не смешно, нихера. А мне не смешно, а теперь смешно. Сука, я тебя завалил, прикинь. Мне там на один удар было жизни, просто вообще. Хорош, главарь клёвый, прикольный. Все патроны потратил на него, вообще красота. Хотя базука была, ну ладно. Такой себе никчемный главарь, но почти убил. О! У меня жизни вообще нету нихера. Сейчас только один удар, и я сдох. Кто там? Так, где жизни? Сразу же. Вот они. Сука. Двое, блядь. Расхреначил. Двоих. Отлично. Где мои плоды? Ежевичные. Так, эта штука пытается меня сожрать. Опять. А вот эти штуки не разбиваются? Вот эти вот. Нет. Вода! Ну, блин, здесь, я так понимаю, я так понял, в принципе, максимум воды можно было набрать только в начале игры, когда ты только начал, что ты бегал по этому, по городу, собирал эту воду, а сейчас ты ее хер-то, блядь, наберешь на полностью. Я так понимаю, что уже это все, это привилегия закончилась, только сейчас куда мне идти, подожди. Вода нельзя, это нельзя, это... А, на чем-то плыть? Что-то не вижу пока ничего. Плыть на какой-то херне. Бревна не вижу. А, бревно вот это может скинуть. Его скинуть-то? Не, ты его скинь. Не залази на него. Да, блядь, теперь слезь. Да, блядь, ты чё, дура? Так, ну туда я не залезу. И там я не залезу. А чё, куда? Так, здесь есть вот эта штука. Есть вонючки. Сюда не залезу. И туда не... А куда что? Подожди, я что-то не вижу сейчас. Хубана. И как туда залезть?
Ну, блядь, ты дура. Ты ж туда, блядь, тебе там ничего не мешает. Блядь, ты коза. Ерезовая, блядь. Да ты чё, дурбина, что ли? Блядь, ты стоишь на нем. Ты только что стояла. Ты чё меня наябываешь? Ты ж только что стояла, я ж вставал. Вот спасибо. И чё ты туда не залазишь? Бля, как мне туда залезть-то? Как туда залезть? Я не вижу здесь выхода. Залезть. Может, ты по дереву умеешь лазить? Нет. А как туда попасть тогда? Там же вон что-то есть. Что-то сбить. Ничего не сбить, потому что ничего не подсвечивается. Обмазаться говном? Говна нету. Может, это говно? Нет, это просто говно меня убивает. А где говно то, что не убивает, но говно? Чё ты лагать стала, блядь? Иди нахер. Вот здесь две штуки. Значит, здесь что-то должно плыть, на что я должен встать. Но оно ничего не плавает. Так, я сейчас немножко в ступоре. Куда мне идти? Ну смотри, туда попасть вообще, в принципе, нереально. Ну, вариант есть измазаться где-то говном, и вот эта штука выплюнет, но только говна нигде нету. Может, вот эта штука что-то делает? Залезла! Ты дура! Блять, ты такая конченая. Я тебе отвечаю просто. И чё? Так, пока не пойму, что здесь делать. Куда дальше идти-то? То есть я нигде, в принципе, не вижу хода. Какого-то очевидного хода, как всегда. Чего ты туда не залазишь? Как туда вообще залезть можно, в принципе? Здесь нету туда хода. У меня же никаких нету, типа, леталок с собой. Блять, ну и оружка там криво все, блять. Ну что такое? О-о-о! Огнемет. Это что-то тоже непонятное. Не знаю. Что-то не пойму реально, что делать. Вроде что-то сбить не вижу. Ничего не подсвечивается. Пройти никуда нельзя. Эта штука сожрет. Обмазаться говном тоже нельзя. Бревнуху свалить нельзя.
Да спасибо, я помню. Ты говняшка. Ну тут реально что-то должно проплыть, потому что я должен по нему... Здесь вот препятствие и вон препятствие. Только здесь ничего не плавает. Мне что нужно сделать? Блять, дурында еще застряла. А я хз, что делать? Ну ладно, короче, давайте на этом тогда закончим, в принципе, потому что я сейчас не знаю, что делать, надо в следующей серии будет поискать, чего делать, но, в принципе, здесь вообще ничего нету. Абсолютно. Чтобы что-то сбить, чтобы что-то в воду упало или что-то типа того, ничего нету, ничего не плавает. Может, глюк какой-то, хер его знает, а может, просто надо на вот эту штуку встать. А. В смысле? А, сейчас не... Ай, блядь. Серьезно? Вы сейчас на полном серьезе или что? А у меня вопрос. Опять же таки, наверное, нелогический будет. Какого хера я могу по воде теперь ходить? М? Она же в этой воде умирала, блядь, только что. Буквально 10, блядь, я долго уже здесь бегаю, минут 10 назад. Уже я не могу здесь умереть, да, то есть я могу уже здесь свободно бегать, только как мне туда попасть теперь? Все равно, вон туда, и там что-то какая-то оружка есть. Только здесь выкарабкаться нигде нельзя. Где-то нужно не провтыкать это место, где можно выйти, и там что-то есть. Короче, ладно, давайте на этом, короче, восстановимся, потому что я долго искал это, что... Оказывается, она в воде не умирает. Круто, спасибо, спасибо. Только что же, если бы я в той воде не умирал бы, ну, то есть, да, не умирал бы, то я понял бы, что здесь тоже она не умирает. Но, блядь, я в воде обычной умирал. И здесь, я думаю, ну, тоже ж, типа, нельзя. Думаю, ну, может, проплыть нужно на чем-то, потому что вот препятствие, и там препятствие. Я сейчас могу его просто оббежать, нахрена вот это препятствие? Ну, нелогично же, блядь. Также и то препятствие я могу просто оббежать, и оно меня не захватит. Если бы я на чем-то проплыл здесь, оно типа вот идет, смотри, по волне, то да, ну, короче, непонятно. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте, всем до встречи в следующей серии. Ай, heavy metal, да, все, всем пока.